Всем доброго времени суток, с вами как всегда Жи, и сегодня мы снесем очередную базу гоблинов. Итак, поехали! Итак, друрзья, переносимся на мой ТХ 7, к сожалению, после выхода обновления стали недоступны повторчики на клановых войнах, поэтому нет у меня возможности записать видосики с КВшечки, очень-очень жаль, но ничего страшного, проатакуем лишний раз гоблинов. В прошлый раз мы остановились на базе гоблинов, которая называется «Мартышка в доспехах». На самом деле, чем-то отдаленно напоминает эта база голову мартышки. Но не будем на этом как-то сильно задерживаться. Микс, который я выбрал для уничтожения этой базы, довольно-таки стандартный еврейский топ-микс. То есть на этот раз мы будем использовать даже хилок. То есть если до этого в предыдущих атаках на предыдущей базе гоблинов мы не использовали хилок ни разу, в этот раз мы используем парочку хилок для того, чтобы у нас гиганты танковали вот эти вот пушечки от 8-го танхола. Топовые пушечки на 8-м ТХ, тут целых 4 штуки имеется. Также имеется 2 башни Визарда, 2 мортирки и 2 ПВОшки. По плану атаки все довольно-таки просто. Затаковать я буду сверху, запущу гигантов, запущу 2 хилочки. По идее гиганты будут танковать вполне себе неплохо, подорву забор. Гиганты начнут углубляться внутрь этой базы, как только сагрятся Визарды, как только сагрятся мортирки. Я выпущу с краев по пару магов, чтобы уничтожить вот эти вот воздушные обороны, чтобы наши хилочки никак не пострадали. Я думаю, это будет вполне себе годно. И если никаких-нибудь жестких прям ловушек на этой базе не будет, если как-то супер круто не поумирают наши гиганты, то вполне себе легко мы должны оформить этой базы треху. Ладно, ребят, как-то сильно я начал забалтываться. Не знаю только, что мы будем делать по использованным гигантам, сколько гигантов нам тут можно потратить. Пишите свои предположения, а точнее пишите свои миксы, которыми вы сносили эту базу, в комментарии под этим видео. Посмотрим, чем сносили эту базу именно вы. Ладно, ребят, погнали уже в атаку. Наверное, ограничимся где-то 10 гигами. Так, запускаем 10 гигантов, запускаем также хилочек. Теперь мортирки не стреляют, отлично. Тогда подрываем заборчик, запускаем гиганта внутрь. Вроде как начинают потихоньку агриться пушечки. Давайте поможем парочкой визардов нашим гигам, чтобы быстрее уничтожались муниципальные строения. Вроде как сагрилась первая башня визарда, сагрилась мортирка. Убиваем с помощью пары визардов крайние ПВОшки, чтобы не умирали наши хилочки. И вроде как живут. А, нет, одна хилочка все-таки успела загнуться, к сожалению. Но вроде как ничего страшного. Все равно еще огромное количество гигантов у нас присутствует на этой карте. И вроде как тактика вполне себе сработала. Разве что мне не очень понравилось то, что разделились очень сильно гиганты. То есть, как по мне, надо было эту атаку изменить следующим образом. Надо было атаковать не чисто по центру, а немного сбоку. То есть выбрать более как-то определенно сторону для атаки. Либо чуть-чуть левее, например, на эту заборинку скинуть гигантов, либо на вот эту вот верхнюю заборинку скинуть гигантов. Тогда бы хилочки вряд ли разделились, но правда тогда бы атака не выглядела так бы массивно, круто и так бы быстро она прошла. Ну да ладно, в принципе успешно все закончилось, использовали 10 гигантов, 2 хилочки, 1 бомбера, 8 магов. Можно было использовать, наверное, штук от 6 до 8 гигантов, 2 хилочки, ну и магов можно было использовать, наверное, штуки 4, а может быть 5, 6, где-то так. Вы можете написать в комментариях, сколько юнитов получилось использовать у вас. Но на этом, в принципе, все. Единственное, что посмотрим, что у нас открылось далее. Кстати, довольно-таки много ресурсов мы сфармили, по-моему, 150 тысяч золота было на этой базе. Очень и очень даже неплохо. И следующая база, которая у нас открылась, это рухнувшие башни. Посмотрим, что там у них рухнуло, у этих гоблинов. Вроде все стоит, ничего не рухнуло. Вот такая вот база, более-менее уже похоже на расстановку из глобала, то есть из обычного поиска, то есть какие-то секции такие одиночные, куча зданий дефа. Вроде как даже немного так интересно. Ладно, разберемся с этой базой уже в следующий раз. Но на этом, в принципе, все. С вами был Жи. Всем огромной удачи. Вот этот вот корабль мозолит он глаза, говорит: «Построй меня скорее, бесплатно». Ну ничего, дождешься ты в конце концов стримчика, и тогда мы тебя построим. Ладно, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если же это так, то поддержите его лойсом. Подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Также было бы очень круто, если бы вы отправили данный видосик своему другу. Это реально помогло бы развитию моего канала. Ну а с вами был Жи. Всем огромной удачи. Фармите гоблинов. Забирайте у них все ресы и увидимся в следующем видеоролике. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Yeah.